Что значит преодолеть, не отменить Масах? Почему это приводит радость, дает радость Высшему? Когда я преодолеваю и не отменяю экран, а даже наоборот, я хочу сохранить его, укрепить его, подняться выше экрана. То есть, когда я всецело хочу оставаться в отдаче. И также мое желание получать. Я хочу его и вытащить выше сокращения, выше экрана, чтобы я работал с ним ради отдачи. И тогда в мере этого усилия я начинаю раскрывать духовные понятия. Внутри моего усилия это так раскрывается. Мое усилие становится отраженным светом, и в нем же раскрывается что-то от прямого света. Понятно? Казахстан. Большое спасибо. Скажите, вот продолжение вопроса Нью-Йорка. В статье написано, не чувствует больше важности, происходит выяснение при помощи экрана, который называется опытом, то есть свойством сокрытия. Какая радость от свойства сокрытия и экран? Спасибо. Моя радость от того, что я скрываю свое желание получать через силу, всовываю его внутрь, работаю выше желания своего получать. Когда я чувствую твое желание и хочу отдать тебе, а не мое желание получать, когда хотел я отдать самому себе. Так все, что я хотел дать себе, я сейчас это превращаю в желание отдавать тебе. Это называется сокращение себя, экран, когда я преобразую свое действие вместо того, чтобы получать, отдавать тебе, и отраженный свет. Это и есть работа. Постепенно мы поговорим больше и больше об этом, а потом мы сможем реализовать. Мы близки к этому.